Всем доброго утра и доброго обеда. С вами Ярослав и... Ну а и... Да, тот же Нигамен, я за Эрик Дид. И сегодня мы играем на фаворите. Ох, какие-то вообще доктора. Ах ты говно, на, получай. На, сбили, отлично. Чё ты кричишь, мы бомжи. А, ну да, мы сейчас начинаем играть на этом, на фаворит РП. Народу здесь сколько он тут народу? 190 человек этот. На, бомж. Как он не сдох, слышь? Не знаю. Ох, читеры вообще. Так, у нас 48 это ХП на машине. Так. Мы едем сейчас скины покупать. Это, думаю, продолжение этой игры на сервере будет довольно долго, затянется на стрим целый. Если что, я возьму Цезарь, не бери Цезаря. Да я не буду брать Цезаря, я вообще возьму какой-нибудь клёвый. Я возьму какого-нибудь Нигера. Нигера. Так. Нет Цезаря эти. Так. Так, извиняюсь, не пропустил. Одно бесит. Если ты с ним пропусти, придется заново. Так, все, я выбрал Нигера, отлично. Кого? Я Нигера выбрал, все хорошо. Так, я тебя жду. Давай. Сейчас до Цезаря дойду. Да, на моем канале вы также можете посмотреть. Также на моем канале вы можете посмотреть Aliens Predator 2010 года. Я снял только одну серию. Давай, садись быстрее. Да ты, Майк, давай бы. Живей, толстожопый. Так, не хотим мы МП, не хотим. Дрю. Мы подпишем, да. Не надо, Алишир, ну нафиг. А хотя можно, в принципе, давай. Но меня загасит сразу. Так, окей. Что, машин нету? Вы издеваетесь? А, ну минут через 10, отлично. О, идет набор в балласт. Давай в балласт, погнали. Так, оу. Да, и у меня счастливая... Банда босса, не вообще тера маленькая, отвечаю. Да пофиг, хоть какую банду, хотя бы банк играем. Так, отлично, это будет серия, я так и назову название. Вступаем в какую-нибудь в БК, в набор... О, E.S балласт. Ну, отлично, давай. Поздравляю. Так, на моем канале уже как бы 630-640 подписчиков. Это, ну, блин, я как бы этому не радуюсь, потому что это вообще мало. О, там хату купили, слышишь? А? О, смотри, наверх, это эпик. Вертолет, воробей, задница летит. Жестко. О, а где эта территория балласов, ёпт? Дай руль покажу. А, ну все, я понял, это там, где возле Гроу Стрит. Тебе нельзя руль доверять. Ты еще нас угробишь. О, давай посмотрим. Машина. Стой. На всякий, быстренько. Закрыто. Ну, кстати, в татушках этого не поддерживают. Да, кстати, IP-сервер я оставлю под видео в описании. Да, кстати, слышь, можно взять сейчас пойти отмычкой купить, эту тачку взломать. Ты не задумался, что можно машину взломать? Я не умею взломать, так что не буду. Помнишь отмычки? Гоу, к этим. Слушай, а я же... Нигер, Цезарь, да? Ну да. Я надеюсь, у меня на этом моменте сейчас где-нибудь не вылетит игра. Чё, у нас машина, все. Сейчас я куплю, О, блин, мы с тобой дип... Ладно, пофиг. Потом тебя убить? Нет, не надо. Автоугонщика, все отлично. Теперь едем в магазин за отмычками. Все, поехали. Так, помню, играл на Diamond RP, всем известный, и там такое на РП началось, там вообще жесть. Там, знаешь, это эти мэр принимает ни за чего. Чисто правило ни почем. Да, и хочу сказать тебе, выключи эхо.
Слушай, о, тут гол вели пойдем, гол вели пойдем. Покатайся на BMX. Тихо. Я съеду. Давай, кто первый? Ну ты вышел первый. Я BMX бери, BMX. Ой, не, я голубой взял. Ха-ха, ты голубой. А у меня под маечку подходит, отлично. Так, едь ты за... Ты голубой. Едь за мной. Ты голубой. Ты голубой. Не, я красный, а ты голубой. Давай, едь за мной, голубой, голубый, голубенький. Давай, не тормози, скушай сникерс. Отлично, прошли, я прошел перед 5, все отлично, ты где там? Ты где? Гол Вагас устроился, гол Вагас устроился. Да сначала за отмычками съездим, ты где? Где ты там едешь? Гол Вагас. Да стой ты, где ты? Короче, встречаемся у Вагасов. Да я не знаю, где они. Ну, да встречаемся на Груве. Вот, в Глимпарке. Я не знаю, Глимпарк. Встречаемся туда, там, где-то. Окей. Встречаемся, знаешь, где? Нифига, что сделали с Глимпарком? Ты посмотрел бы. Да я туда уже еду как-то. Давай, тормоза, дрифт. Там вместо воды площадка. Да. Да, о, прикольно. Давай покатаемся. Аляхса рэмбабуни. Они палят. Полетели отсюда. Валим. Куда? Ты куда поехал, дебил? Вот там, беги. Че ты там катаешься? Нон РПшник. Давай за мной. Сейчас такой, ты где? А, по мне палят. Он меня загасить хочет. Встречайся на Груве. Давай. Слышь? Как будто прохождение GTA San Andreas, это, ну, одиночки синглплеера, только уже с другими скинами там на серваке. Я точно так же GTA San Andreas проходил обычно, как я сейчас еду, в принципе. Но ничего страшного. Давай, я уже еду. Ты там едешь, нет? У меня клист... Давай встретимся в качалке. А, в качалке, окей. Если что, у меня клист красный. А, кикнул Сей Бойл, причина нет. Давай, я уже, лишь машину убьет. Я захожу в качалку, пока не там потренируюсь. Давай, такие, знаешь, такие нигеры, да? Нигеры, да. Давай, я приехал, я тут это разбил твой этот, как ты его? Ну ты понял, короче, тут два велосипедиста. Йо, нига, мэн. Мэн. Я вообще там фукан на. Фука бич. Так, все, выстроились на работу. ММ, давай команды. Так, стой. Иди сюда. А мне 30 хп дали, слышишь, у меня мало. А, все понятно. Че, будем тыриться? Это бой посвящен мне. Начали. Финч. Стой, не гаси. Не гаси. Стой. Стой, подожди. Слышишь, давай сабейт вырубай, окей? У меня есть сабейт. Да, конечно. Я выиграл. Да, ты с сабейтом играл, чмошник. Без сабейта. Да я тебя гасил, ты сдохнуть не мог. Читер. Я вообще-то у матери дома, а у нее нет сабейта. Читер. Читер. Гол на выживание.
О, давай, короче. СМС 126 плюс. Все, пиши ему в СМС-ку плюс. Он 16 ТП. Все, меня ТП-кнули, отлично. А, слышь, блин, а что меня кикнуло? Итак, мы продолжаем. Мы сейчас это играем на МП, так что выживать надо. Давай, давай, я за тобой бегу, подожди меня. Так, отлично, надо спрятаться. Беги в самую даль, в самую даль. Прячемся. Прячемся. Алишир, давай, они за нами бегут. А кто зомби? Да тут выбирать надо сначала спрятаться. Нас администратор ведет. Вот. Я понял, Эреми-то зомби, Эреми-то зомби. Бегите, да блин, бежим. Они что, гасят всех? Я бегу, пока живой. Я такой спялся в самом конце, беспалевный. Я по лестнице поднялся, я такой беспалевный. А, быстрее по лестнице поднимайся, чмошник. Ты в самом конце? Алишир, я, ты знаешь, где я? Я в кустах спрятался. Это я. А мне оружие не выдали тебе. Стой. Он мой друг. Да он не гасит меня, он, я ж с вами бежал. А чё меня загасили? Тут, короче, перестрелка жаркая, знаешь, какая сейчас? Какая, какая? Там только сейчас ФБИ, РМ, Иван и... Как его зовут? Балас перестреливается. Втроём. ФБИ это шо, и РМ? Балас перестреливается. Сейчас... Что с ментами, нигером каким-то? Да-да-да, я понял. Да-да-да. Ой, тут взрывы! У кого-то ракетница. Так вот именно, что меня с пулемета убили. Ну, бло. Да слышь, читеры, блин. Ой, все, чувак, банте. Что ты там лазишь, пацан? Иди руки помой. А мы зомби. А еще зомби кулаками. Все, я бегу. Слушай, Алишир. Можешь малого убрать? Да блин, они задолбали забирать. Чмошники. Херососы. Съебало нахуй. Что, тебя слили, нет? Нет. Как? Да блин, я же с этим... Я же за ФБР стоял, меня убили. А, я на стенке спрятался, и меня не убили. Так я пытался убежать, и меня никто не прикрыл. Тут уже читеров, видишь, находят. Так я говорю, что меня с пулемета убили.
Один выстрел. Ну, я говорю, читеров находит. Хоть Александр это мессина, у него после того, как Джеймс пустил у него магазин патрон, только тогда от него все хп. А так не отнимался. Да я только что возле больницы читера видел. Знаешь какого? Знаешь какого? Какого? Который с аэробреком летал. Я думаю, сейчас мы можем заканчивать эту серию. Ой, сколько русской мафии, ой, сколько русской мафии. Что, Алишер, закончим на этом эпизоде? Давай. Так, всем пока, с вами был Зарядит, тот же Ярослав, и Нигамен, Алишер. Спасибо за просмотр, всем удачи, подписывайтесь на Алишера канал, и удачки, бобраво.